Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Черт. Я не хочу умирать под эту песню. Ирландец, ты знаешь, какая рыба водится в Баку? Никак нет, штаб-сержант. Эй, Рекер, ты очнулся? Возвращайся к нам, парень. Больше не отключайся. Славно, Рекер. Круто водишь, только концовка малость подкачала. Включи свет, Пак. Сиденье не двигается. Ты застрял, сержант. Ирландец, паниковать в такой ситуации — это самое худшее. Не надо так говорить. Ты меня до усрачки пугаешь. Пак, помоги сдвинуть сиденье. А мы все еще тонем. Мы вытащим тебя отсюда, да. Слышишь? Каким образом? Дверь заклинила. Черт! Не так все должно было произойти, ирландец. Рекер, возьми мой пистолет. Ты чего, блядь, задумал? Он тебе твой. Ты чего, блядь, задумал? Если волк хочет выжить, он должен открыть себе лапу. Стреляй! Не делай этого! Давай, Рекер, стреляй в окно! Это приказ! Рекер, блядь, не вздумай! Спасайтесь, выбирайтесь отсюда! Выбирайтесь в корню, брат! Слышишь? Стреляй в окно, или погибнут все! Черт возьми, Рекер, я чуть тебе в лицо не пальнул. От хвоста ты избавился. Полегче, Пак. Где тебя черти носили? После того, как передача данных пошла наперекосяк, я отправился сюда. Русские, да, спецназ, они то тут, то там. Дыши глубже, сынок. Информация у тебя? Да, да, у меня. Славно. Черт, уже светло. Нам нужно добраться до точки эвакуации. Ирландца видел? Я думал, он с тобой. Придется нарушить молчание. Могильщик 3, это могильщик главный. Где вы? Могильщик главный, возвращаюсь с севера. Уже близко. Запрашиваю огневое прикрытие. Вас понял, ирландец. Мы вас прикроем. Рекер, готовься. Прикройте мой задник. Займи позицию у окна. Будем прикрывать ирландца. Возьми патроны в контейнере. Хватай все, что можно, и становись у окна. Видите? Атакую! Отлично, Рекер! Я открываю огонь! Еще двое слева! Валим их! Кто-то еще движется? Мы все грохнули! Чисто! Руку дай! Ты
прицел, ирландец! Твою мать! Кто сказал, что эта хата безопасна? Могильщик, выдвигаемся. Крепость, это могильщик главный. Пакет у нас, но мы расшевелили осиное гнездо. Движемся к точке эвакуации. Вас понял, могильщик. Вертолет на подходе. Приведите отряд на позицию. Конец связи. Они нас пока не заметили. Надо их сразу завалить. Пометь их и дай сигнал. Все целы. Вот наш выход. Рекер, поищи в контейнере взрывчатку. Там контейнер. Возьми взрывчатку, сделай нам выход. Сделай, чтобы в ушах звенело. Чудесно. Пошли. Могильщик главный, это же птица 2-1. Мы на подходе. Каково расчетное время прибытия? Прием. Рад вас слышать, Хокинс. Мы приближаемся. Выводи своих парней на крышу. Не заставляйте меня ждать. Просканируешь сектор, Рек. Вон то здание. Это скорее половина здания. Давай, Рек, бинокль очень полезная штука. Да, две дымовые трубы прямо впереди. Видишь, Рекер? Точка эвакуации должна быть на юго-западе. Готово работать!
Сведен! Патроны в магазине! Самое главное. Чисто? Углы, парни. Мы наверх в этой хреновине поедем? Так быстрее всего. Да и искать другие варианты некогда. Это вы еще с террасы не смотрели. Думаю, я буду в полном восторге. Заткнитесь. Смотрите в оба. Могильщик главный. Радар показывает противника в воздухе. Блять!
Эй, понял. Помогите! Ложись! Вот папа! Бля! Встаем! Эта патла разнесет все тут нахрен! Бежим! Далеко еще! По-моему, это верхний этаж. Хокинс или кого-то еще? Нет, никто не выжил. Вытащи Дана из-под обломков. Не могу, его придавило. Попробуй, я тут Рекер вытаскиваю. Вот черт, вот черт. У него багажка глохнущая кардессия. Дан, с тобой все будет в порядке, я обещаю, мы тебя вытащим. Бак топлива. Знаю, знаю. Стой. Рекер, прикрой меня. Выходи, быстро. Выходи. Помогу. Пожалуйста, я помогу! Эх, пожалуйста! Нет, уходите! Опасно! Выгодите! Рекер, мне нужен твой нож! Зачем? Что, сержант? Придется резать ногу! Что придется? Рекер, иди сюда! Если волк попадает в капкан, он отгрызает тебе лапу, чтобы выжить! Ну же! Кости все равно раздроблены! Тут только мясо и ткань! Давай, режь! Нужно ехать. Он умер? Нет, не умер, а просто потерял сознание. Тебе ли не знать, ты вроде как сейчас придет помощь. Это были трехчасовые курсы. Сюда летит, ложись, ложись. Поехали, поехали. Вертолет возвращается, поехали. Эти аперы славные ребята, да? Давайте в машину. Ты выживешь, да? С тобой все будет в порядке, мы тебя вытащим, обещаю тебе. Он же выживет, правда? Он же командир. Обязательно выживет. Поехали. Рекер, ты за рулем. Хорошо, приятель. Крепость. Это могильщик. Наш вертолет подбит. Нужен другой вариант. Как слышите? Могильщик, это крепость. Вторая эвакуационная группа в пути. Езжайте 3 километра по дороге на запад. Вас понял, крепость. В пути. Где вертолет? Не знаю, я смотрю. Черт, нога! Жена меня убьет. Дан, дыши медленнее. Мы довезем тебя домой. С тобой все будет в порядке. Если полученные данные насчет генерала Чана и русских подтвердятся, домой никто из нас не поедет. Кто-нибудь еще слышит первые аккорды Дикси? Ты только держи... Вон он летит! Рекер, сможем оторваться? Это, блядь, вряд ли. Где же эта падла? Куда он делся, видишь его? Я не видел, куда он, блин, делся. Вот, вижу. Приготовиться. Быстрее! О! А еще бы чуть-чуть. Поднажми, черт возьми. Он заходит для обстрела!
Вот, блядь. Нет. Мочи этих мудаков. Черт возьми! А, заходит для обстрела! Вот, блядь! Нет! Мочи этих мудаков! Могильщик раздобыл данные. И что? В случае военного переворота в Китае русские будут на стороне адмирала Чан. Это подтверждение рапорта нашего агента в Китае. Значит, штаб-сержант Дан погиб ради того, что мы уже знали? На улицах Шанхая массовые беспорядки, капитан. И тут замешаны русские. Нам нужно было знать наверняка. Наше закрытие Суэца – это уже довольно деликатная проблема. Один неверный шаг – и будет война. У вас приказ, капитан. Слушаюсь, сэр. Мы направляемся к восточному берегу Китая. Военное положение, блядь, для миллиарда людей. Они в бешенстве из-за убийства Цзиньцзе. А кто это